Это видео эксклюзивно на конкурс от канала MGM. Я разрешаю его использовать в коммерческих условиях. Приятного просмотра! Мы уже приехали в деревню, а куклам я не сказала, куда мы едем. Для них это было сюрпризом. Поэтому я хочу показать самые запоминающиеся моменты на этой неделе. Как они провели свой первый день в деревне. Итак, Фрэнки, мы неизвестно где и даже в какое время. Может быть, мы даже в параллельной вселенной? Или что хуже, нас украли инопланетяне? Кьюпид, хватит чушь говорить. Залезли в обычную сумку и вылезли из той же сумки. Да, но вдруг это была сумка-телепорт? Да и вообще, ты помнишь, как машина тряслась? Может быть, мы телепортировались в параллельную вселенную? Кьюпид, ты по... возможно. Эй, девчонки! Я здесь, наверху! Сейчас спущусь. Опа! Приветики. О чем вы тут болтаете? Да не, ни о чем. Так, Фрэнки, если ты мне не веришь, что мы в параллельной вселенной, то мы должны пойти это и выяснить. Я лично никуда не собираюсь идти. Ха, струсила? Ничего не струсила, просто вдруг Катя придет. Ладно, ладно, не хочешь, не иди. Пошли. Тихо-тихо. Слушай, Кипит, почему мы должны себя тихо вести? Ты чё? Я чё тебе всю дорогу говорила? Так ты ничего не говорила. Как это не говорила? Ещё как говорила. Значит, я не слушала. Да. Да. Итак, на счёт три я выхожу и смотрю, всё чисто ли. Кипит, ты все драматизируешь. Ты меня убиваешь. Фух. Два, три. Бум! Мама! Девчонки, мы вас там уже ждались. Вы где так долго были? Это что еще за лапочка такая? Ах, это Кнопа. Ну ладно, пошлите. Катя, Катюх, мы тут. Явились, не запылились. А где Фрэнки-то? Третий день я ждал большой сюрприз. А потом она как заревет, мы думали, ну все, сейчас спалимся. А она, ну вдруг, она замолчала от системы удивления. Утречка. Как спалось? Лично я выспалась. Я тоже. И я. Кьюпид, а как тебе спалось? Кьюпид, Кьюпид, Кьюпид! А что? Спалось тебе как? Да никак. Три часа ночи проснулась и больше не спала. Ну что ж, тогда я знаю, что смотрит каждый из вас. Та-дам! Уровни этого поста ничего не видать. Ертоп-коробка. Ой, мама! Видите, у нас содержимое коробки. Так что там? Чё? Давайте же распакуем эту красавицу. Yeah.
Знакомьтесь, девчат, это Роуз. Всем большой привет. Ну... Тут пока знакомьтесь, а я пойду погуляю. А как вас зовут? Ась? Да уж, был тяжелый путь. Слушай, Роуз, а в каком ты магазине продавалась? Я точно не знаю, в каком ее магазине продавалась, но я знаю, что продавалась самыми элитными и эксклюзивными куклами. Они ужас. Но что они не видят, что она им врет-то? Идея! Сейчас проверим, в каком ты магазине продавалась. Да ты у нас сама по себе элита. А где эта розоволосая? Слушайте, девочки, а никто не видел эту, как ее там? Кого? Да, кого? Ну, эту, с розовыми волосами. Кьюпич, что ли? Точно, Джесси. Дженни. Дженни. Никто ее не видел. Да нет, она вроде сама ушла. И не сказав, куда? Хотите, я ее найду? Так ты же здесь практически ничего не знаешь. Ох, это не проблема. Это было бы мило с твоей стороны. Ну тогда я пошла. Удачи. Ага. Так в каком магазине-то она продавалась? Ведь я не знаю, мне ведь ее подарили. Тогда ты сможешь узнать, где она продавалась? Ну конечно, скажешь мне? Обязательно. Спасибо, Кать. Давай. Кьюпит? Ась, можно с тобой поговорить? Агась? Ты же слышала мой разговор с девочками? Ну, слышала. И ты наверняка поняла, что это все вранье. Правильно думаешь. Знаешь, почему я соврала? Да почему? Ведь я по сравнению с вами оригиналами смотрелась пустым местом. Вот мне и хотелось хоть как-то выделиться, слиться с вашей компанией. Так стоп, Дженни ведь тоже подделка. Да, но все равно по сравнению с ней я пустое место. Но она не одна единственная. В смысле? В прямом. Мы же ведь еще не дома, а все остальные дома остались. То есть это не наш дом? Супер! Подожди, я побежала еще девочкам рассказать. Что? На шестой день произошло много неприятностей. Что это значит, мы не поедем с тобой на речку? Ты хоть понимаешь, что половины из нас там даже не были? Кьюпит, дай мне сказать. Ну хотя бы объясни, почему мы туда не едем. Ведь потому, что вы можете что-то потерять или испачкаться. Так, все, мне это надоело. Больше не могу слушать. Ну и что, что что-то потеряем? Ну и что, что испачкались? Не умрем же ведь. Так, все, хватит. Вы никуда не поедете? И точка. Ладно, Кьюпит, не расстраивайся. В следующий раз поедем. В следующий раз не будет. Катя делает это все ради нашего блага. Заткнись, а. Эй, девчонки, хватит ссориться. Давайте лучше прогуляемся по дому. А что, отличная идея. Я лично за. Кьюпит? Я тоже за. Ого, нет. Я останусь веселить Кьюпит. Ну что ж, тогда пошлите. Окей. И как же мне тебя развеселить? А, Кьюпит? Ку-ку, Кьюпит, ты меня вообще слышишь? Ау, ку-ку, Кьюпит.
Я умираю. Шучу, я жива. Там кто-то есть. Женя, тихо. Ой, надо было окошко закрыть. Мабыли. То есть мы не одни дома? Получается, что не одни. Так, стоп, ты заговорила? Что за... Мама! Дженни! Слушай, я уже бегу! Мама, беги! Ай! Ой! Придется полетать. Ничего. Держу. Ох, Кьюпид, спасибо большое. Что бы я без тебя делала? Я не знаю. Ох, Кьюпид, я так успела. Спасибо тебе большое. А уж, можно было лучше отрезать приветики. Ой. Кьюпид, можно с тобой поговорить? Агащ? Наверняка мириться пошли. Дженни, а? Мы завтра уезжаем домой. Аллилуйя! А теперь спать. Ну что ж, до дома мы доехали благополучно и без всяческих происшествий. Мне понравилась деревня. Ну что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. И также желаю всем удачи. Всем пока! Let's go.